Help me! Help! Так, ну тут надо посмотреть. Понял. Понятно.
вот этого вот дальнего. Ясно. Это мы все прошли. А вот это открывается при уровне цитадели 25. Вернемся к нашим баранам. Ключик забрали. Открываем. Так, да у нас тут еще стойкости дофига.
Сейчас дождемся 4 побед. Получим молоточки. А это вот награды за снайпера. Вот они, молоточки. Так, теперь полечиться.
Ты смотри, все закладки уже недействительные. Так, еще есть 54. Должно хватить. Все. Этой стойкости уже не хватит. Ладно, предоставим возможность моим войскам победить всех. А сами пока посмотрим, чего надо. Надо обсидиан и пшеницу, чтобы улучшить академию. Ну что ж, воспользуемся тут перезарядка через полчаса, через 22 минуты. Хорошо. Настало время собирать пшеницу. И обсидиан. Так, обсидиан у нас где? Ну, можно ж воспользоваться поиском.
Значит, давайте пшеницы наберем. Есть победа в битве. Хорошо. Закладки поубирали. Так, через 5 часов задание небесной сферы. Сейчас пока полечимся. Что используем? По максимуму ускорения. Thank you.
О, вот здесь откроем. Так, оп. Ну и что? И теперь осталось... Получить обсидиана. И через 3 часика, 3-4, заглянуть сюда опять. Да, вот тут небесная сфера через 5 часов. Через 5 часов перезарядится. Вот, наверное, сейчас 2:13:50. Это получается в 19 сюда надо будет заглянуть. Ну, пожалуй, так и сделаем. Пожалуй, так и сделаем.